Зацените, какой у меня пупсует. И на самом деле у нас с вами буквально сколько секунд? Хз вообще. Ладно, не знаю. Вот мой пупсует, привет. Надо воду чистую взять точно. И вот, пожалуйста, стикеры всякие клевые. Это тушь я сейчас пользовалась. Надо книгу взять обязательно с собой, потому как я без нее жизнь не представляю. Еще стикеры. Это супер мяу. Вы даже немножко спалили то, что будет у меня в ролике. Вот тут просто целый бьюти набор. О, да. Вот. Ну, ей, привет! Это не вам, а это моему прекрасному телефону, который немного не в теме. Ребятушки, привет! Да, здесь тоже можно эту штуку делать, потому как, ну, вообще нормально. Привет, ребят! И сегодня, точнее сейчас, у нас буквально на все про все есть 6 минут, ну, может быть, чуть-чуть даже меньше, потому как я очень сильно хочу успеть в одно место, как сейчас я завуалировала. Сегодня будут грандиозные вообще вещи со мной происходить, вы о них узнаете либо сегодня, либо в четверг. То есть, если я сегодня выпускаю видео, а оно будет не на ту тему, которая может вас повернуть в шок, то значит оно будет в четверг. То есть два видео выйдет и еще одно видео выйдет. Короче, вы меня спрашиваете, когда выйдет видео про соцсети. Я вам множество раз говорила, что я прежде всего хочу сделать хорошо. Я одна все это делаю, я одна играю персонажей и одна не могу снимать себя, я одна не могу... какие-то локации находить, чтобы они были все подходили идеально под то, что я хочу, то, что у меня в голове. Снимать дома, это, конечно, очень круто, но серьезно, дома снимать такие, скажем так, более-менее масштабные картины, это, ну, тупенько. А студию снимать под это не то, потому как мне не нужна студия, там неподходящий интерьер. А что будет происходить в следующей серии, вы все узнаете. Мне очень обидно, что мало кто об этом знает, потому как здесь не то количество человек, которое у меня на канале. И обычно, ну, серии про соцсети смотрят свыше 700 человек, тысяч. Сейчас сказала, свыше 700. Ну да, свыше, да. Да, именно так. Короче, очень много, очень много. Мне нравится это, мне нравится то, что вам нравится, мне нравится то, что вы смотрите. Ну а сейчас, если вы посмотрели название трансляции, я поеду снимать видео Back to School. Почему поеду? Это хороший вопрос. Но у меня для вас также будет сюрприз. Я уже вся в предвкушении, потому как у меня столько вообще... Вот эти всякие Back to School, которые снимают... DIY, как сделать канцелярию своими руками, хоулы. Это, конечно, здорово. Я вообще против ничего не имею, потому как я сама снимала, и у меня куски есть. В общем, ничего не имею против. Но! Лера в своем стиле снимет. Так что готовьтесь. Не надо, ребят, не смотрите. Уходите, честно. Обожаю, когда люди уходят, если им не нравится. Просто вот, пожалуйста. Вы лучшими будете, если просто сделаете вот так. Советы от Любарской. Серьезно, ребят. И все. Так, я очень сильно хочу, чтобы вы мне позадавали какие-нибудь вопросы, потому как уже прошло 3 минуты, а у нас еще 3 минуты осталось, так что да. Я буду на Витфесте в Москве, я одна из, как это называется, нет, хедлайнеры там, хотя я не знаю, кто вот, когда участников много, короче, плевать. В общем, я одна из участников. О, нормально. Посмотрим, что будет. В Одессе я только что была, и в Одессу в ближайшее время не собираюсь, потому как, во-первых, это находится в Украине, и это с пересадками лететь, и мне хватило уже того, что я была. Так что все нормально. Так,
DIY я снимать не буду. DIY-ов на YouTube до хрена. Если вам нравится DIY, то смотрите других людей. Если вы являетесь моим подписчиком, то вы знаете, что я немного не DIY. Окей? Хорошо? Пусть будут другие люди заниматься DIY-ами и прочими вот этими штуками, которые делать своими руками, а я буду делать то, что я умею, и то, что, на что направлено все мое настроение. Лемур, да, кстати, хорошее слово, лемур. Если напишите, то я пойму, что вы из моего перископа. Сними еще какой-нибудь челлендж. Нет, в ближайшее время никаких челленджей, потому как я хочу задействовать, я хочу для вас снять продолжение про соцсети. Ну, точнее, оно уже снимается. Просто каждый день по кусочку снимается. То есть одна сцена, у меня на некоторые сцены уходит, ну, там, по 3 часа, чтобы снять одну сцену. И, соответственно, не все люди могут подстроиться под меня, поэтому... Вот основная проблема, почему видео задерживается. Ах, если б я могла это сказать на YouTube, что типа, ребята, вот почему задерживается. А все такие думают, что я такая тварь, про все забыла. Нет! Я ни про что не забыла! Отстаньте от меня! Я вообще норм! Наверное. Нет. Давай быстрее снимай, мы ждем. Вот для таких, как ты, я не буду снимать. Ни... Смейте меня торопить, не смейте мне указывать, очень вас прошу, никогда, запомните, я никому ничего не должна, я делаю в свое удовольствие и хочу разделить это удовольствие с вами. Когда когда меня торопят и говорят, что типа мы разочарованы, быстрей давай, а ну-ка, идите нахрен, вот именно эти люди, валите, те люди, которые действительно хотят посмотреть, те люди, которые являются моими зрителями, те люди, которые просто смотрят и радуются, спасибо вам большое, для вас я все делаю. А те люди, которые типа, ой, давай, у меня не хватает развлечений в жизни, ну извините, я вам ничего не обещала, я вам ничего не должна, я просто делаю то, что нравится мне и то, что нравится моим зрителям. И стараюсь это делать хорошо. Вот хотя бы настолечко, но лучше, чем я могла бы сделать, если бы делала это в торопях. А вот мои талисманы, это перламутровый, о господи, Лера, здравствуйте, вы просто потрясающие грамотеи в русском языке, спасибо вам большое за то, что у вас просто по ЕГЭ, по русскому языку, сколько у вас там, 90 баллов было, отлично, спасибо. Вот, да, перламутр. И бабушкин, подаренный бабушкой браслет, и вот. То есть у меня 3 браслета, которые я ношу, не снимаю. Это резинка. Просто резинка. Вот. Так, что у нас еще? Вопросики ваши. Кстати, вот динамичная камера, она наиболее такая. Лера, что за футболка? Это футболка из Microsoft Garage. The Garage. Я ее получила от, собственно, руководителя этого... Сего мероприятия. Это не мероприятие, это одна из, как бы так сказать, одна из зон в Microsoft, где производят всякие именно штуки, как это называется, визуализированные, материализированные. В общем, то не техническая составляющая, не визуальная составляющая Microsoft, а вот именно там всякие интересные... Я даже не знаю, как объяснить, потому как то, что нам показывали, это как... Их под брендом The Garage выходит. Поэтому, я не знаю. Ну, в общем, это одна из функций Microsoft. В каком городе ты живешь? Это город Москва. Мой самый любимый город. Потрясающий. Лучший город Земли. И да, я согласна. Так, тебе помогают друзья? Да, мне помогают друзья. Мне помогает немножко профессиональный оператор. Мне немножко помогает все. Даже некоторые блогеры. Не буду говорить, какие. Пусть это для вас будет тайной. Кстати, блин, уже 9:25. Блин. Так, нужно уже завязывать с трансляцией. Вы еще, если несколько вопросов будет, я быстренько на них отвечу. Очень-очень, если это не связано с городами, с выходом видео и с прочими вещами.
Иду в 9 класс и что-то сыкотно. Серьезно? 9 класс, господи, да это ж самое вообще изи. Блин, вот меня так поражает. Я сейчас себя вспоминаю, реально. Мне тогда проблемы в школе казались такими глобальными, господи. Просто запомните, в школе самое благодатное время, которое у вас только есть. Вообще, вот сам ЕГЭ это вот так. Это вообще самое простое, что у вас в жизни будет. Вообще. Потом начнется самое интересное. Просто первая сессия в университете вот так ЕГЭ сделает. Любое ЕГЭ. Так что, да, запомните. Школа – это лучшее, что с вами случается. Всегда. Как ты готовилась к экзаменам? Очень просто, нежно и мило. И мне нравилось. Кстати, нужно взять вот это и для сценария. Так, все, ребят, а то я опять заиграюсь с вами, заговорюсь и прочие-прочие вещи, но сейчас я буду снимать видео, ехать туда, поезжаю, и животные нет, животных нет, увы. О, мне такая причесочка не идет. Ну, в общем, да, спасибо большое, Draw My Life не буду снимать, потому как это мейнстрим, а я мейнстрим. Ладно, шучу, на самом деле просто не хочу рисовать. Я такой человек, который не любит рисовать, особенно свою жизнь. А, поки-поки-поки-поки, люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю вас! Я бы еще с вами поговорила, но надо идти.